Если взять пластиковую бутылку от кулера, снизу просверлить отверстие, через горловину и отверстие пропустить проволоку, на проволоку нанизать фитинг с резьбой и по ней до просверленного отверстия фитинг опустить, снизу его достать, проволоку вытянуть, на фитинг накрутить гайку, на гибкий шланг прикрутить кран, на кран накрутить лейку для душа, гибкий шланг прикрутить, на фитинг, установленный в бутылке, бутылку повыше поставить, заполнить ее водой, и когда от солнечных лучей вода нагреется, то получится дачный душ.